Дорогие друзья, с вами Арсений, Сеня Треноженко. Сегодня еще один выпуск «Тактик» от команды Na'Vi. Дело в том, что все вы помните наверняка легендарную игру Na'Vi против NiP. Кстати, в этом матче я поставил против Na'Vi и был неправ. У НiP'ов, кстати, был хороший шанс все-таки победить, но наши парни, как всегда, делают волевой и классный камбэк на карте Dead Train. Обратите внимание, как же здорово они закидывают смоки, ставят бомбу и халдят. Правда, потом ситуация была на 1 на 1, и благо Словак затащил. Но мне кажется, что одним из ключевых здесь игроков должен был быть Денис Костин, который очень грамотно и медленно должен проходить через зеленку. И если его тиммейты погибают на медле и на верхнизе, Денис как раз должен делать основную работу. Но, увы, Денис погиб, и опять же Словак затащил. Смотрите, должно быть круто. Chip and lunch.